кто свалил? Шестой номер нарушил правила. Азат Мамыров. Вот так вот, из ничего. Начинается тайм, и все переворачивается. Вверх тормашками, по сути. Не так, как было в первом. Раз, и момент уже есть. И, быть может, мы увидим первый гол, наконец-таки, на этом турнире. Давайте смотреть. У мяча 10 номер. Аурис Юргелявичус. Удар! Кипер отражает! Не увидели мы первый гол. И смотрите сразу, как команда побежала поздравлять своего вратаря с этим сейвом. Бурлят буквально, кипят эмоции здесь на Астана-арене, в чаше стадиона, на футбольном поле.